Для нас турслет как новогодний праздник, или как Пасха лишь один раз в год. Но после слета впечатлений разных имеем мы на целый год вперед. Нам все равно дождь, солнце или ветер, нас привезет автобус, ну а там мы даже как-то целый километр прошлись пешком по травке, по цветам. Но чаще бывает иначе. Автобус невдалеке, турист рюкзаком обозначен, турслетчик всегда налегке. Турист рюкзаком озадачен, турслетчик всегда налегке. Хотим вам рассказать такую историю, что в этом году мы как-то совершенно случайно вдруг узнали от чужих людей, заметьте, что у нас 25-й юбилейный фестиваль имени Валерия Ларионова. Ура, товарищи! Вот. Ну и так как мы это узнали случайно, получается, мы и не были к этому готовы, как вы понимаете, да? Поэтому сейчас мы постараемся немножко исправить ошибку, и наш фестиваль, 25-й очередной, скажем так, юбилейный, откроет такая компания «Юла», известная вам, да? Значит, это Юрий Лысенко, Владимир Бондарев и Олег Корнеевец. Раз. Ну, мне звучит. Ага. Первый. Есть. А я какой? А, его первый в любом случае. Куда подошел, там первый. В курсе всегда. Ну, настройка. На нас всегда. Настройка. Нас двойка. Нас четверо. Нас четверка. Погнали. Есть? Ну да. Наша любимая приветственная. У друзей так много дел, не хочу я их обидеть. Я б немного бы хотел, лишь бы их почаще видеть. Да нет, наверное, не так. Реже видеть интереснее. Ла-ла-ла-ла. Это вовсе не пустяк. Ну, собираться снова вместе на обшарпанном столе, и я зажгу свечи агар, чтобы видели в окне тень мою и тень гитар. И пусть не яркий этот свет, а на костер едва похожий, ла-ла-ла-ла, вам откроет мой секрет, а ваши души растревожит. А в доступившей тишине колоколица отзовется. Это вы пришли ко мне, с треском пламя всколыхнется и ворвется кутерьма. Рук тепло и снег в придачу, и, конечно же, глаза, те, которые не прячу. А у друзей так много дел, а не хочу я их обидеть. Я б немногого хотел, лишь бы их почаще видеть. А нет, наверное, не так. Реже видеть интереснее. Это вовсе не пустяк. Собираться снова вместе. Это вовсе не пустяк. Собираться снова вместе. И вот, да, мы открыли. Да. Вот спасибо большое. Знаки внимания после сольных выступлений. Нефиг им раздавать. Монеты просто так, да.
Мы пока тут туда-сюда, я быстренько объясню одну простую вещь. Значки есть в продаже, которые 50 рублей будут стоить, поскольку никто никуда не сдавал. А более того, для того, чтобы организовать фестиваль Ухана, у нас просто нет денег. Поэтому я своими руками сделал тут сувениры. Желающие помочь могут подойти его и купить. Деньги пойдут на фестиваль. Спасибо.